Всем привет, с вами Inform TV. 21 января советский, американский и российский актер Родион Нахапетов отметил свое 75-летие. В этот знаменательный день Первый канал показывал документальный фильм «Русский в городе ангелов», где сам актер откровенно рассказал о своей жизни. Первый раз Нахапетов снялся в кино еще в институте, а в 70-х сам решил заняться кинопроизводством. Тогда же он и женился на Вере Глаголевой, которая в дальнейшем снялась почти во всех его картинах. Карьера шла в гору, в семье родилось двое дочерей. В конце 80-х его фильм «На исходе ночи» купила кинокомпания «20 век Фокс». Тогда режиссеру пришлось сделать нелегкий выбор. И он уехал покорять Голливуд, оставив жену и детей за океаном. Цитата. «Мне казалось, что лиричный кинематограф уходит куда-то в сторону, а я лирик по сути своей. Поэтому, когда возник шанс поехать в Штаты... Я уже бывал здесь, но когда приехал с фильмом, который я сделал, это была уже позиция другая. Я был уважаемый режиссер. Вот на этом порыве, да еще и с приглашением студии, у меня совершился перелет», – объяснил Нахапетов. В Россию Родион так и не вернулся. По словам Анны Нахапетовой, старшей дочери актеров, семья переживала уход отца очень тяжело, со слезами. Брак Глаголева и Нахапетова распался очень внезапно, и супруги никогда не рассказывали о причинах расставания. История любви Веры и Родиона началась в буфете Мосфильма, где они и познакомились. Нахапетов снял Глаголеву в первом своем режиссерском проекте и с тех пор практически не отпускал работать с другими режиссерами. Цитата. «В нескольких фильмах я ее снимал и очень рад, что она правильно себя нашла, работала с большими мастерами, поэтому она и выросла, и в какой-то момент я считаю, что это и моя заслуга», – признался режиссер. В США Родиона ждала новая любовь – кинопродюсер Наталья Шляпникова. Она была в восторге от картины «На исходе ночи» и очень хотела познакомиться с режиссером, который вот-вот должен был прибыть в Лос-Анджелес. Цитата. «Я встретил очаровательную, красивую женщину Наташу, которая сначала полюбила мой фильм, а потом мы как-то отнеслись друг к другу с особым чувством и даже решили вместе дальше работать. Она сказала, что станет моим менеджером в Штатах. Как можно было отказаться? И постепенно наши отношения стали более глубокими. Я считаю, что нашел самого близкого человека для себя и счастлив», — поделился Нахапетов. По словам актера, он очень переживал, что бывшая жена не даст ему видеться с дочерьми. Однако уже в 90-х Глаголева привезла детей в Америку, чтобы их связь с отцом окончательно не прервалась. Свой первый американский фильм Нахапетов выпустил в прокат лишь через 8 лет после переезда. Затем он снимал сериалы по заказу Первого канала. Сейчас он нередко приезжает в Россию повидаться с детьми и внуками. А как вы считаете, правильно ли он поступил? Стоило ли менять карьеру на семью? Пишите в комментариях свои мысли. Если вам понравилось наше видео, поделитесь им со своими друзьями в соцсетях, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Удачи!